Добрый день, любители шахмат. Сегодня я хочу продолжить тему шахматных задач. Вашему вниманию предлагается 7 шахматных задач, где белые начинают и дают мат в 2 хода. Так, итак, задача номер 1. Расположение фигур. Белые. Король. g2, ферзь h7, слон e5 и пешка e4. Черный король g5, слон h4, пешка g3. Здесь белые начинают и дают мат в 2 хода. Задача номер 2. Белые фигуры. Король c5, ферзь g1, конь c4. Черные фигуры. Король a4, пешки a2, b3 и g2. Напоминаю, здесь белые начинают, дают мат в 2 хода. Задача номер 3. Белые фигуры. Король g5, ферзь d3, конь f8, пешка h6. Черные фигуры. Король e5 и 2 черные пешки e7 и h7. Белые начинают и дают мат в 2 хода. Задача номер 4. Белые фигуры. Король d1, ферзь a4, слон c1, пешка e2. Черные фигуры. Король c3 и пешка b3. Напоминаю, здесь белые начинают и дают мат в 2 хода. Задача номер 5. Белые фигуры. Король h8, ферзь e7, ладья e5, слон f8 и пешка f6. Черные фигуры. Король g6, слон f7. Напоминаю, белые начинают и дают мат в 2 хода. Задача номер 6. Белые фигуры. Король c5, ферзь f3, пешка b2 и вторая пешка на c4. Черные фигуры. Король a4 и пешка b4. Напоминаю, белые начинают и дают мат в 2 хода. И задача номер 7. Белые фигуры. Король d4, ферзь a7, конь b2 и пешка на d5. Черные фигуры. Король b5 и пешка b3. Напоминаю, белые начинают и дают мат в 2 хода. Я вам желаю удачи в решении этих задач и до новых встреч!